рад вас видеть. Здоровья, счастья. Взаимно, взаимно. Ну, беседовали недавно, я помню. Дня 4 назад. Да, были. Может, чуть побольше, да. Может, вопросы у вас какие появились? Да нет, пока шибко вопросов нет. Пока все идет, как я предполагаю, как я вижу. В смысле, что идет? По поводу спецоперации, что ли, имеете в виду? Да всего. Да, я думаю, в ближайшее время спецоперация начнется по-другому. Ну, я надеюсь, да. Но пока мне не нравится то, что происходит. Ну, посмотрим. Я думаю, что все изменится. Я думаю, что все изменится. Война и не женщина, что нам нужно. Так и все изменится. Цели, задачи, целеполагания, все изменяется. Ну да, да, будем надеяться. Просто вчера друг вернулся с Изюма. В ранение получил контузию, челюсть у него взрывной волной, а не стоит, челюсть поломал. Ну и что рассказывает? Ну, что рассказывает? В принципе, то же самое, что по телевизору, только все намного страшнее. Очень много с той стороны физической силы наемников. Говорит, ну что мы, говорит, стоим, а их прыты, мы вроде одну атаку отобьем, не успеем передышаться. Новый, опять это. Физической силы много. Это из Изюма там и это все уходили. Там тяжело уходили с боями. Ну я понял, да. Ну ладно, будем надеяться. Ладно. Причем он сказал, вот мы с ним общались, у него до 15-го он еще восстанавливается, 15-го обратно. Я говорю, ну а что ты там, не можешь там? Не говорит, какой не могу? Я, говорит, не могу, мне надо. Я уже... Ну логично, да. Ну вы заходили ко мне на канал, я вам давал, нет? Да, заходил. Обязательно. Все. Всегда смотрю, лайки ставлю, все как полагается. Ну молодец. Всех благ, здоровья, удачи. Молодец, давайте все. Всех благ, да, спасибо за беседу. Я такую риторику не употребляю. Ну, я согласен с вами. Да, мы с вами общались. По поводу даже, если не ошибаюсь, железнодорожного узла Белгородского, да? Или нет? Да, и вы мне поведали очень важную новость о том, что Белгород является первой столицей большевистской Украины. Да, да. Я даже на вас подписан, и там периодически... Спасибо, да. Даже я вам скажу числа. С 25 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Белгород. С 25 декабря? Да. 2017 года по 8 января 2018 года. Вот буду знать. Спасибо вам за эту информацию. Хорошо. Как у вас жизнь в Канаде? Да ничего, нормально. Нормально. Что вы думаете, глядя со стороны на всю эту ситуацию Украина-Россия? Ну, как думаю. Что я думаю, что я предпочел бы, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем, а не военным. Ну, получается, что получается. Так. Мне не нравится, получается, конечно, что вот Украина относится к Харькову, вернее, Россия относится к Харькову как бы небережно. Это разные Харьков. Вот... Последнее время Харьков. Бомбят там разные киевские, винницкие, и меня это ладно, нормально. А вот Харькову нужно... Побережнее. Я вообще противник того, чтобы что-то бомбили. Но, насколько я понял, россияне зашли в Харьков своими войсками, так. А в Харькове их тупо сожгли. И после этого пошла ответ. Ну, сожгли парламентеров, да, это ВСУшники. Ну, уже не Харьков сжег, а ВСУшники, которые там засели, понятное дело. Ответка пошла по ВСУшникам, да. Ну, как бы России это может быть и все равно, а тут должно быть не все равно. Где-то так. Лес рубят, щепки летят. Да, да. Ну, да. К сожалению. Да. Так что, ну... Когда эта ситуация закончится, по вашему мнению? Ну, и я сейчас закончу мысль. Их тупо зажгли, да. Эта фраза слишком преувеличена. Сожгли парламентеров и какое-то отделение, которое попало под огонь. Ну, само неграмотно действовало, там выехало без связи, без ничего. А так-то, кто колонна двигался, то они зашли и вышли. Потому что парламентеров сожгли, которые ехали как раз к мэру договариваться о взаимодействии. Ну, и на этом все. И потом мэры и избушники прижали Терехова.
Но Терехов до сих пор, кстати говоря, держит язык, держит нос по ветру. То есть, если вы наблюдаете за ним, то он до сих пор выступает исключительно на русском, в отличие от перевертыша того же Вилкула, который сейчас на мой перешел. Терехов ни разу не скажет «Слава Украине» первым, в отличие от того же Вилкула там или... Ну, Филатов, понятно, он про киевский был, а Вилкул-то был он в ОПЗЖ до этого, одним из лидеров. А сейчас перекрасился и лег под киевский режим. Ну, посмотрим. Видите, до 45-го года немцы тоже считали, что вермахт совершает благое дело, уничтожая коммунистов. А когда советские танки оказались в Берлине в 45-м году, то немцы резко поменяли свою точку зрения. Ну, понятно, истории пишут победители. А чем закончится те, я вам, я не знаю, высказывал эту мысль или нет, вот вы же, наверное, вы, не знаю, знаете или нет, что помимо, в 1812 году, помимо войны с Наполеоном в Европе, Российской империи, была война между Британией и США. Не слышали? Ну да, конечно. Она по факту закончилась боевой ничьей. Но обе... Там же Россия помогла Соединенным Штатам. Нет, она помогла раньше, в гражданской войне. Признала независимость. А тут уже это было позже. Так вот, обе стороны объявили себя победителями. И даже когда сдаешь на гражданство, в Канаде нужно ставить галочку, что Канада победила, если есть такой вопрос, а в Штатах, что Штаты победили. Иначе вопрос зачтут как неправильный. Вот. И тут то же самое будет. Россия, я надеюсь, что Россия все-таки возьмет коридор вот через Харьков, Александровск на Крым прямой, чем через этот пресловутый мост, чтобы поезда ходили нормально, через Белгород. Как... При СССР через Белгород ходило летом где-то 145 поездов в обе стороны. Пассажирские. Вот. А, то есть этот коридор нужно вернуть, конечно. Я думаю, пока Россия Приднестровье не присоединит к себе, никаких остановок не будет. Нет, ну я думаю, что Харьков она раньше, так сказать, освободит все-таки. Ну, да. Приднестровье это уже проблематично. Там нужно не 300 тысяч призывать, а 700, наверное. Ну, это уже посмотрим. Ну, мы сейчас посмотрим еще недельку-две, как новый главнокомандующий будет себя вести. Да, я надеюсь, что Харьков будет раньше, чем всякие там вот Николаевы, Одессы, Приднестровье. Ну, понятно, Харьков здесь по-домашнему. Да, тем более, что... Украина же вцепится за Одессу как последний свой порт, иначе у нее портов не будет. А типа у России портов более чем достаточно, да? Морских, если военных. Если будет чем цепляться. Да? Ну, если будет, да. Ну, если Трамп придет, так он обещает, что прекратить помощь Украине, то ситуация резко изменится. Трамп, увидите. Трамп сам себе на уме. Любой политик сам себе на уме, за исключением украинских. Они нет, ну понятно, да. Естественно, он будет продавать Украине, если ей дадут деньги, оружие. Но давать в кредит уже не будет, как при так Байдене. Так она же всем должна, Украина, понимаете? Ну, будет еще должна. Беда, беда, беда. Да. А в итоге получится, кому должна, всем простит. Я думаю, все равно с Украины выдерут тогда уже землями. Ну, землями, да, да. И продадут тоже России, допустим. Допустим, тоже Сумскую область, да, если вот у нее не будут брать. Штаты выкупают за долги Сумскую область, продают России, ну, к примеру. Это что-то тоже наша земля, слабожанщина, как-никак. Ну, да. Где-то так. Ну, хорошо. Да, спасибо за беседу. Всех благ вам. До свидания. Рад был вас увидеть. Всего доброго. Взаимно. Верно зря жалел Деникин хама. Их надо было в розгать да плетьми. Привет. Сколько лет, сколько зим? Да, не так уж давно. Месяца три назад общались. Как дела у тебя? А нормально. Я немножко пропадал на пару месяцев. А так все нормально. Ну, я помню. Как вы живы? Да, как вот. Здоровье?
Да более-менее, как видишь, да. Заходи, заходи почаще, раньше ты чаще бывал у меня. Ой. Олег, слушай, честно, ну, так получалось, что не попадалось. Ну, сейчас я буду. Сейчас будешь заходить, и ты мой, один из моих лучших подписчиков, я в курсах. Давай, спасибо. Слава Ялте. Спасибо. Ответ. Ответ. Алушнеслава. Алушнеслава. Да. Нет. Алушнеслава, потому что вы мой крестник или крестный. Крестный. Ты мой крестник, а я крестный. Да. Я вот. К Мише сосватал, я помню. Вы меня вывели на Мишу. Да, все, да, я помню. На Мишу. Все, я помню. Да, это сколько лет было, да? Да, три. Ну, три года прошло. Ладно, давай, заходи. Три года. Ну так, с 19-го года. Я у Миши впервые в январе 19-го был, а тебя я встретил в мае 19-го, где-то так. Ну ладно, давай, успехов. Заходи. Давай, здоровья. А, не, обожди. Не только заходи, ты другим рекламируй мой канал. Другим своим, кого из наших, кого увидишь, рекламируй. Я всегда рекламирую. Еще бы. Да ладно, я тебя видал у многих наших блогеров. Ты сказал бы, вот Олег там из Канады, то все, тоже нормально. Вот это говори. Недавно ты был у кого-то из наших, да. Олег, слушай, ну так, ты знаешь, в чем дело? Я вот общаюсь, да я же не знаю, что у меня это самое вылазило. Раз, и... Ну я понял. Ладно, давай, Валентин, ты хорошо выглядишь, за три года не изменился. Давай, всех благ. Спасибо. И здесь, на этом перекрестке... Ты в России... Что это за ответ? Город какой? А вы откуда? Я же вас первый спросил. Ну так дело в том, что вы же не скажете сами, откуда вы. Почему я должен говорить? Почему? Если вы спросили первым, я вам сказал. Если спросите после ответа, я вам скажу. Почему это я не скажу? Да не скажите, боитесь. Нечего бояться. Все на Украине называют свой город. За редким исключением. Вас, что ли, не боятся? А вы что, стесняетесь свой город назвать? Пускай вы... Да чисто принципиально. Пока Украина не знает свой город, я не называю свой. А вы что, блогер, стример или регуляр юзер? Я пенсионер. Какой-то вы вредный пенсионер. Не желаете беседовать, не надо. Будете город называть? Почему? С удовольствием поговорю. Ну называйте город или хотя бы область. Республика Коми, Сыктывкар, если уж там так интересно. Ну, конечно, интересно. У вас там блогер есть Игорь Характерник. Знаешь, слышали, да? Кто? Игорь Характерник. Нет, ну не слышали, ладно. Я Валуйки Харьковской области. Ну вот. Валуйки, Харьковская область, я чтобы три раза повторил. Какие-нибудь вопросы есть у вас? Нет, ну понял. Ну и что у вас там интересного в Харькове происходит? Я же говорю, Харьковская область, мы на освобожденных территориях. Еще раз. Мы на освобожденных территориях Восток области. Если вы следите за ситуацией, за конфликтом с Украиной. Ну, слежу. Ну, я же вам объясняю, освобожденные территории, что не ясно. Освобожденные от кого? От Украины. Да ладно. Что ладно? Не следите за ситуацией. Валуйки освободили? Да, Купинск освободили, не слышали, что ли? Нет, честно. Волчанск. Это не обижайся. С первого дня их освободили. Первые города, которые были освобождены, именно эти. Прямо с первого дня начала операции. Но вы не очень ориентируетесь в смотри ситуацию.
А я что-то слежу за нынешними за событиями, а за этими, видать, уже забыли. Кириенко приезжал. Вот. Дня 3-4 назад. Да. Вот тогда вы мне точно так же в прошлый раз спрашивали, вы говорили про кавказского блогера, говорили, свой канал, я записал его. Ну, молодец. И я ваш подписчик, кстати. Все, спасибо. Я, кстати, ваш спасибо, спасибо, да. Спасибо за подписку. Я вспомнил, с вами встречались, да. Спасибо да. За подписку. Ладно. Подписался я. Буквально через 5 минут зашел на ваш канал, досмотрел. Молодец. Ладно. Давай. Спасибо. Всем благ. Удачи. Счастья и благополучия вам и вашим близким. Спасибо. Вам тоже. А вы блогер? Спасибо огромное. Нет, ни в коем случае. Почему? Обычный пользователь. Почему ни в коем случае? Обычно карту или флаг вешают блогер. Ну, неважно. Вы откуда? Где живете? Я из Калининградской области. Понятно. Спасибо за пожелания. Вам тоже. Если у вас вопросов нет, заходите на мой канал. Можно вопросик? Вот я сейчас увидел у вас на стене так, но это лозунг оранжевой революции. Но это... Вы как мне сейчас ответить? Да, это карта раздела Украины, которые... пропагандировали партию регионов. Нет, я про лозунг так. Так, ну, так да, разом это, нас богатые, да, и так далее. Это лозунг оранжевой революции. Да, это партии наша Украина Ющенко был лозунг. Так, да, было такое. Да. Как долго она продержалась, кстати? Ну вот, на каденцию Ющенко и продержалась. Это же партия под Ющенко была создана. Все понятно. Как вам управление Ющенко в свое время? Безобразное. Ну зачем тогда был Майдан? Незачем. Вас тоже не сильно радуют результаты? Почему меня должны радовать? Я всегда был антимайданщиком. То есть вы обычный здравомыслящий человек? Да. Блин. Если здоровья вам. Если хотите, заходите на мой канал. У меня много там анализов по 5-му году в том числе. И по 14-му. Есть желание заходить? Там название. Вы, Главко, сообщите, пожалуйста, как он называется. Вот, русская часть названия. Копируйте, вставите в поиск Ютуба. Сейчас, секундочку. Жду. Да. Ладно, спасибо за беседу, спасибо за подписку. Здоровья вам, здоровья и тридера здоровья. Всех благ, жду на канал. Да, а вы из Уфы, да? Да. Ну? Как там, Торонто, поживаем? Да нормально. У вас тоже программа стоит, да? Я вас видел. Я вас понял. Видели где? В роликах? Я видел на стриме у Зов Крыба. У кого? У Зов Крыба. Да, где-то 3 дня назад, да, я понял. Хорошо, какие-нибудь вопросы у вас есть ко мне, может быть? Ну, вам нет, но, может, у вас есть к россиянам вопросы. Нет? Ну что, я тоже россиянин, у меня 3 гражданства, одно из них российское. Ну ладно, вы вообще на какие темы беседуете? Я ж не знаю, если... Нет, я сейчас общаюсь с этими, украинцами. Ну с украинцами, небось, по поводу войны общаетесь? Не, какая война? Так, насчет мира. Ну вот насчет мира. Чем закончится этот конфликт в Украине? То есть в каких границах, по-вашему, останется Украина по окончанию этого конфликта? Ну, Украина будет наша. Что, вся, что ли? Ну, она была, вот, не дай бог, конечно, западная. Ну, наверное,
Наверное, тоже будет. Но в каком виде? В виде УССР, что ли? Или в виде кого? Нет, зачем? В виде отдельных республик. Ну, как часто, 4 республики пришлось к нам. Они, кстати, Донецкая, по-моему, так и осталась, Донецкая республика. Не, ну они пока остались, а будут областями будут, наверное. Я не знаю, что будет дальше. Я надеюсь, что... Ну, тут как раз я считаю, что поторопились, потому что надо сначала освобождать, допустим, по Запорожской области, сначала освободить полностью область, а потом провозглашая референдум, присоединяя, а то же полуобласти, а остальные что полуобласти? Ни туда, ни сюда. Ну, тут понимаете, мне кажется, решает не наши, я считаю, что я вообще вот верю в заговор, да, что за каждым президентом все равно кто-то стоит. Я считаю, что и за Путина тоже тут стоит, и ему он тоже, так сказать, понятно. Волю этим, да, так сказать. Ну, возможно, вы имеете в виду мировая закулиса, типа того, да? Да. Они там что-то напридумывали, а вот им приходится это все выполнять. Ну, ладно, я вас понял. Ладно, посмотрим, чем закончится. Возможно, я не прав. Заходите на мой канал. Есть желание заходить? Да. Ну, подписались? Да. Молодец, все. Просто если... Ладно, всех благ, спасибо за беседу. На динамике мы тоже плаваем. Вы откуда? Вкусно, плохо людей. Откуда вы, где живете? Санкт-Петербург. Понятно. На какие темы беседуете? Может, вопросы интересные есть? Да так о жизни просто обладает. Ну, пожалуйста, по этой тематике есть интересный вопрос? Тематика, в принципе, есть, да. Знаете, модель оси? Я вот по модели оси с айтишниками общаюсь постоянно. Нет, не знаю. Модель оси, знаете, что такое? Нет, не моя тема. Я его сегодня видел. Видели? Добрый вечер. Добрый. Где, если не секрет? Вы из Канады. Откуда? Вы из Канады. Да. Сами с Хаппитова. На стриме у Северного потока, небось, видели? Да, сегодня. Да, я сегодня вот... На этом, на одном стриме пока был, да, из стримеров. Да, вы откуда? Я сам с Крыма. С какого города? Евпатория. Понятно. Может, вопросы ко мне какие есть? Да уже нет, я сегодня по поводу вашей темы, по поводу вашей позиции, все, в принципе, понял, вот. Поэтому не хочу вас задерживать, наверное. Вы, может, лучшего собеседника поищите. Я сегодня как бы общаюсь так, на легкие темы, так скажем. Ну, понятно, понятно. А вы что, у вас канал тоже есть? Не-не, я просто общаюсь, периодически захожу. Ну ладно, заходите ко мне на канал. Смотрю. Дать вам название. Я сегодня его уже записал, я заходил туда. Ну, спасибо за подписку, ладно, хорошо. Всех благ, слава Крыму. И здесь, на этом перекрестке.
крёстке. Вы откуда? Волойки, Харьковская область. А вы откуда? Я из города Сыктывкара. Республика Коми. Я знаю, столица. А... Да. А главная железнодорожная станция у вас Микунь. Километров 80, по-моему, от вас, да? Или меньше? 60. Это не главная станция, это узловая станция, так скажем. Ну а какая главная? Узловая, да. Главной нет. Ну, все станции нормальные. Все главные. Просто большая станция, и она находится в таком месте, где идет развилка. На Сыктывкар идет отдельная ветка. Ну, я знаю, это в Болгу. Я знаю. Ну, железная дорога, это, конечно, не ваша, не Коми. У вас там очень слабая связь. Я удивился, посмотрел, всего один поезд пригородный идет в день из Микуня до Сыктывкара и обратно. Я думал, хотя бы три должно идти. Легче на такси доехать, чем на поезде. Ну, понятно. Нет, но это именно из Сыктывкара до Микуня, а там, наверное... Люди же на промежуточных станциях выходят, заходят. И вот для них всего один раз в день поезд. Хотя бы два раза в день, наверное, было быть. Я так понимаю, утром и вечером. Я на поездах не езжу, поэтому не могу ничего сказать. Но я вас понял, да. Вы на какие темы беседуете? Я вас сбил этой железной дорогой, наверное, вам не интересно. У вас вопросы есть интересные? Не, я знаю, что вы блогер вроде бы, да? Вроде бы да. Вот, я даже, по-моему, на компьютере на работе подписался на ваш канал. Ну спасибо. Я в хороших отношениях с вашим блогером Игорем Характерником. Знаете такой? Из Сыктывкара. Кто еще раз? Игорь Характерник. Он живет у вас в Сыктывкаре. Нет. Ну хорошо, я думаю, вы знаете. Ну хорошо, рад встрече с подписчиком, тогда у нас другой. Разговор. Я слушаю ваши рекомендации. Разговоры с Палычем. Знаете такой канал? Знаю. Вот у меня сегодня вышел с ним ролик. Вот он кидал ссылку, что надо, ребята, подписаться. Я подписался там, посмотрел чуть-чуть. Вот, так что... Ну, молодец. Все. Ну, ладно, смотрите не чуть-чуть, смотрите побольше. И как от подписчика буду ждать вас, от вас рекомендаций, замечаний и пожеланий. Хорошо. Ну, всех благ вам, спасибо. Нормально. Вы откуда? Я из России. Вы считаете это адекватным ответом? Город или хотя бы регион назовите? Ой, северо-запад России, давайте так. Что, стесняетесь? Я вас видел. Стесняетесь? У наших блогеров, у российских. Вы хороший дяденька. Вам всего хорошего. А, ну так, а, нет, ну не уходите, раз хороший дяденька, так подпишитесь на меня тогда. Так, а ваш канал, у вас же есть канал, что ли? Да, что ли, есть. Будете подписываться, дам название. Да, кидайте, ну, только в чат киньте. Ну, понятно, что в чат, сейчас скину. Сейчас скину. Вот, копируйте. Русская часть названия вставите в поиск Ютуба. Вы даже мне попадались. А вы тоже блогер, что ли? Нет, конечно. Не, ну вы говорите, фраза «вы мне попадались», она характерна для блогеров. У наших блогеров. А кого вы из наших блогеров смотрите больше? Или? Ну раз я попадался, небось... Я последний раз вас видел, по-моему, у Северного потока. А, ну Северного потока. Ну, Северного потока у меня вот не... Последний раз я у вас видел. До этого где-то вы промелькали. Ну, у Тридевятого царства у меня довольно длинный диалог был. У Северного потока небольшой. Да. Да. Ну хорошо, набирайте в поиске Ютуба, подписывайтесь. У меня там более... Я уже скопировал, я уже набрал. У меня там более 100 диалогов с блогерами, как с нашими, так и с укроблогерами. Я когда-то коллекционировал с укроблогерами, у меня с ними тоже более 50 диалогов, даже штук 70. Вижу. Ну хорошо, рад новому подписчику, пишите комменты, всех благ вам. А за себя он был совсем...
совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские — это какой, чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете, не знакомы? 60 кілометрів від кордону з Польщею. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Сумська область межує з Польщею? Не смієтеся? Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь. Привет. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра. Совместный стрим. Каркашовский был. Возле украинского угара на чьем. Ударец. Да. Украина, которая создана. Группа экономическая. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный путь!